Стоп! Это не Формула-1. Разве можно ездить по пешеходному переходу? Вы ответили правильно. Зебра любит спокойствие. Нельзя по ней ездить. Акмаль, Наргиза, как называется это место? Пешеходный переход. Верно, пешеходный. По нему не ездят. По зебре нужно идти, а скейт взять в руки. А если с велосипеда? Тоже брать в руки? Нет, велосипед достаточно вести рядом.